стрим по Валхейму. Четвертая часть Тина. Чего? Сегодня последний день первого месяца. Хто не бачив перед цим стримом по Валхейму, у мене є записи на YouTube-каналі. Ссылку можете знайти в описі каналу. Приємного перегляду. Все, высказался. Короче, тоже был в пятницу, поездил сначала на учебной машине по городу, потом же взял этого кента с Вова, кажется, поехал. Я сижу, у меня так нихера не получается, братька глохнет, у меня паника, короче, тут что-то скажу. Но тогда уже температура была, я собраться никак не мог на воде, еще тупил, тужил. Винчи на ухо, короче, пиздил. Вот то я нахаренный, расстроенный, потом пошел, короче, и потом вот только понял, что я температура. Чего не мог, типа, сосредоточиться. Понял. Так, что такое? Какие вот эти мапы? А то я думал, ты же диплом вроде сдал. Да, сдал. Меня вчера вырубило то спать. Я вчера дотку постримил 4 часика. Потому что то так сильно на сон подклонило вообще. Еще вот эта возня с документами меня вчера, что сегодня трохи подмотало. Да я ж понимаю. Наконец-то ну, сегодня доделал этот с документами, поэтому уже не сильно парюсь. Почему? Понял. Так, а ты стрим посмотрел? У тебя есть типа главная ошибка, то что типа ты пока бьёшь там какую-то башню, тебе же трон ломает. И ты потом оказываешься, типа, далеко от своей базы, от твоего трона, а он тебя уже сломает. Ты за картой не следишь, на карте. Да, честно, я прям не хотел сильно рвать жопу в той катке. А, понял. В том стриме, скорее всего. А? В том стриме ты хотел сказать? Да. Вот там, так смотри, так, на расслабончике весь стрим, так вообще не парился. Не, ну потихоньку уже там общаешься, типа, что, давайте убьем того, давайте. Ага, да, и маты тоже, че хули я там зову. Так я как-то непонятно, я понял, я что-то вначале обозначил позицию, что я был по нижней линии, ты. Приходит якийсь, блядь, мудак и каже, съебай нахуй отсюда, я такой, ты че, сука? Залетай на сервак. Ох, так, я пошел по кремний. Блять, я не захавал. Ну и хуй с ним. Сейчас, может, по дороге рыбочки найду. Я думал сейчас вот начать стримить этот Watch Dogs, а потом ты такий Руся звона, я такий, угу, понял, Valheim. Ты хоть не отпал? Что с тобой откисло жестко? Интернет откис трошечки. У меня все в порядке. О, появился. Ты до этого откис прям вообще. Да нет. Целом. Я, оказывается, получается, сам с собой сейчас балакал. Ну, у меня тебе откис прям. Я тебя не слышал вообще. У меня все в порядке было. То, может быть, у вас и нет в ее.
Кстати, а може у нас нет ВИО? А я уверен, что у вас нет ВИО, потому что это уже не первый раз так и происходит. Понял. Понял, понял. А что он там по работе хоть примерно что-то рассказывал? Ну, ты о чем сейчас? По зарплате, по работе. А, ничего. Слушай, ни о чем. Пока ничего не чул. Понял. А так еще типа хвалили, что один же из группы диплом это сам сделал, красавчик. Да, дело в том, что, что я, что из параллельки оба старосты вин обоих рекомендовал. Но той староста Стасик этот отказался от всего, а я, ну, хуль не попробовать. Понял, понял. Тем более, что я от всего теряю. Кейс, сколько пока дались не стримил? Да, вчера гулял, но... Но не стримил, да. Вчера не перно, да? Не, чё, я пару каток как раз сыграл, понял, у меня этот видосики в ТикТок нарезка была. Но не настолько имба, как у того, я ух подобрал и разъебал троих тупо по-быстренькому. Понял. Не, ты мне-то прикольно скидал видос про этот... Не, ты мне-то когда-то игру скидывал, помню, может, ты б её постримил, про Средиземье. А, я думал про це, конечно, думал. Но я натыкался на то, что, ну ладно, то потом. Я вообще не сейчас планирую и стримить, а на потом, когда уже не совсем много выбора будет. Честно, идей для стрима да хуище. Только что надо посидеть, покумайкать с фотошопом и прочей херней, чтобы этот оформление нормально сделать уже. А не так, как то я по-школьнически сделал. То надо посидеть именно покумайкать. Я еще график не составил, понял? Что такое? Алло. Не, не я отпадаю, він отпадає. Да блять. Что это стерну? Та ты тебе выкидаю все. Короче, я что вроде глянул, понял. Глянул в мобильном датке Киевстара. Все хорошо, все нормально. Захожу, короче, в этот там. Посмотрел только что сам кабель, тоже вроде живой, уже роутер перезапустил. Тоже все хорошо. У нас просто крыса съедала кабель, но я его сделал, так что не знаю, не должно, по идее. Так. Знаю. Не должно, не должно, но в итоге вы ее. Потому что если б у меня были проблемы с интернетом, меня бы выкидывало стрим. Понял. То что тоже у тебя вот это, что выкидывало. Один или раз. Не, меня выкидывало из стрима. Тоді, коли у мене холодильник моргав, що повністю потушило електричество, типа компа. А тоді ні, в мене все нормально було, просто подвагувало трохи дотка.
Да, помню, тебя еще какой-то интернет тоже трошки твое. Это разочек ты рассказывал. Да, раз было таки. Но только раз. Больше оно не повторялось после того. Понял. Конфлик. Слухаю. По вопросу завтра. Что мы завтра робим? А что ты хочешь завтра? Та ні, просто спрашиваю. Я же хотів пройтись, побачитися по парку, поглядь. Ну, якщо буде в нього температура, що ми тоді кудись збираємося? Якщо буде температура, хай сидить вдома. Так. Кажу одразу. Нахуй по больному то ходить кудись. Я сам знаю, як це, поэтому, ну... Так. Я вже це й думаю. Якщо що, то навіть, може, якщо що, перенесе на другий день. Ми з тобою побачимося, Андрій хай дома. Да ну, смисл без Андрія. Ми з тобою і так можемо побачитися. Ну так. Да. Ну тоді, якщо що, перенесемо. Да, перенесемо. Да, хорошо. Хоча в лучшому случаї було б на этот, на річку пойти. Та холодно, ти да, що? Да, отож. Холодно. От саме печальне. А завтра плюс на вождение йти. Не хочеш, можеш піти покатаєшся. Я хочу. Хочеш, які я криворукі. Ні, подивися, як я катаюся. Які я тебе криворукі поділи. Криворукі. Хорошо, що не кривохуїв. Я буду пиздитися своїм інструктором, якщо мені щось не подобається. Чого? Тому що це він, дебіл, тебе так навчив. Ха, по факту. По факту, бачиш, навіть Костік каже, по факту. З інструктором, ладно, ще з Владиком, ми з тим корішами з головою. Чего ты говоришь? Ну так кто ты был учитель? Хочешь мне пиздиться с инструктором? Так я ж буду стараться. То я побачу, что я получал книжечку. Ты залетел? Сейчас, подожди. Он залетел, у него пузико выросло. Сильно. Но, кстати, реально пузико-то выросло просто. О, пузико. Пузики вы. Шарик, шарик. Зато не вкрадут теперь. Пузика. Пузика. Нормальная тема. Был бы он девчина, я бы ему дал. Никаких пузиков. Я тебе казала, я буду тебя откармливать, чтобы тебя не вкрал. Никаких пузиков. Будет пузика. Нет. Будешь шариком моим персоналом. Ты же на шариком называешь? Ты у меня персональный борьбу, и боулинг домашний будет. Да, ну вы, конечно, не бейте. Так, ладненько, игру сохраняем, все. Полетим, я просто точно игру накачал. Вальхейм. А главное хотеть по планам Вальхейме, что мы хотели сделать. Я помню, мы за кремнием собирались, а ты. Как раз помню, черным кремнием. Для апдейта всего снаряжения. Також мы хотели это добывать мидью, то мидь. У нас мы шкарку закрафтили. Ну да. Мидью, то голову. А, зачекай, слухай, нам ще ж треба один данж знайти і этот угольки уйти, щоб ще угольну фігню поставити. Ну, я ж про те, що да, що тут таке, я помню. Ми знайти данж, треба їхати тих красних камінків, поставити печку, потім вже наплавити там всякого. І натягнути. Так, я знаю, пока Steam заходит. Однозвездочный сироль. В очередь, блядь! Так они ж вроде не сильные. Так, просто він же не один нападает, а несколько сразу. Не, это понятно. На все стороны не защитись.
Так, потемнее, я тут буду, наверное, всекаться от страха. Что? Старый добрый верный факел. В руках. Есть же. Ага, я ж по темному лесу иду. И когда великан навстречу, такие, добрый вечер. Ааа! Костик, там еще по летней распродаже. Что там из хороших игр таких есть? Та ну, давай якісь это, игры доигрывать все-таки до конца, а то куча игр сразу насобирать, не, а потом просто. Они будут валяться, пилиться. Не-не-не, на будущее, типа Elder Scrolls Online, короче, Skyrim. У меня есть онлайн Skyrim, да, можно, можно. Если он типа интересный, как игра, прям но... как... Там я тебе скажу так, вроде бы там интерфейс английский, но вообще мне как-то так вот бегать, это кучкой валить босиков маленьких нормально было. Только знаешь, что самое такое обидненькое, что чтоб некоторые карты надо докуплять, чтобы по полной местности ходить. Иди сюда, сука. То есть докупать карты некоторые, нифига себе нет. Да, Morrowind там или еще что-то такое, вот, понял. А там вони так, стоять так само, як сама этот Skyrim онлайн. Так, типа, интересно, тот же самый Skyrim, тот же самый там стелс, там эти пещеры, все травы. Нет, нет, не все те самые. Нет, конечно. Попроще намного. А, то я думал, что там Skyrim только помочь. Да, вот я так. Хотел даже так само, но, увы, нет. Нема той атмосферы. Да ты мне вовремя сказал бы, я бы себе уже подумал бы. Ты правильные вопросы задал. Потому что если чисто был бы тот же самый Skyrim, что и в оригинале, только в смысле. Да, типа, конечно. Я... Слушай, я бы в него сейчас дальше играл просто. Я бы полетел туда, не знаю, с голой жопой туда полетел бы. А так, не совсем там все так, как я даже... Я ж тоже себе так представлял. Вот как с Fallout'ем, Fallout 76, типа, мультиплеерный, но, блин, хрен я, значит, сохранили там атмосферу старого доброго Fallout. Да, надо, знаешь, посмотреть видосики. А вот насчет Fallout 76, ну, я так отрывки бачил, что можно сказать, что там-то атмосфера плюс-минус сохранилась. А вот насчет этого, насчет Skyrim'а, увы, нет. Так, охрен его типиды у меня. Не, по идее, должна. Ну, Fallout 76 у меня в натушку пойдет, натяжку. Ком будет всраться, но потянет. Натяг, как раз. А столько, типа, скидки. О чем? Да, ну да, там минус 170 гривен вроде бы, да. Fallout 76. А, 133 гривен. Fallout 76. Надо, напомнишь. Borderlands сейчас тоже. Не, Borderlands не интересует. В плане покупки. О, зимний биом. Гора. Я сейчас на горе. Doom, вы ведьмак, замерзаете. Ебать, у меня хп снимает. Мне холодно, пиздец. Мистер Хантер. Ебать, у меня даже по скидке по 1,5 косаря стоит. Ой, ебать. Скелетик. Однозвездочный! Еба, я получил поеба. А, вы померли. Сука. Ай, долбоеб. Побежал в зимний биом. Замерз. Еще и скелет уебал. Да, я вовремя, конечно, щит поставил, но цей мороз мене добив. The Long Dark хорошая, типа, для стримов. Killing Floor 2 фигня. State of Decay, то что-то непонятно. Ты как-то... об этом вне стрима со мной лучше базарь. Да, сейчас пока я думаю, пока есть детки. Залетай, думаю. Так. Киберпанк. Такой. А, в мыслях было Dying Light 2, конечно. У меня есть интерес, я его прохождение не бачил. Ну, по скидке 5. То на потом час. Будет. Там без скидки она вроде бы штукар стоила. Ну, по скидке 500. Угу. Exodus сейчас 100 гривен. У меня Exodus есть.
Це коли прям я сильно соскучусь за метро, тоді можна буде серію пройти. У мене всі три части є. Я вже по метро скучаю, не знаю, як ти. Давно вже не грав в такі ігри, от такі є прямо, такі є. Старі, добрі. Попробують пройти без інтерфейсу на максимальному рівні сложності. Ну чого, прикинь, смотри, без інтерфейсу смотриш, там же типа, ну, смотреть время на противогазе самому, так, короче, смотреть там, ну там все. Количество аптечек считать, там все. В принципе, должно быть интересно. Так, кинешь пригласт, там, или ты можешь пройти, зайти, это, ебать, шо, фу, блять, я злякався от цвета дерева. Ты можешь присоединиться просто по паролю. Ну, в метро исход, наверное, без интерфейса, типа, неудобно будет. Тебе же да, всякие крафты. Почему неудобно будет? Удобно будет. Крафты, что, ну, естественно, этот, там же будет открываться интерфейс, по-любому. Ой, я пароль помню, что, серьезно? А, не, не, неправильный пароль. Ну и помню я пароль, оказывается. А в диске в закрепе. А хер на закреп, подивите. Сверху где-то такая я шпага, ёбаный в рот. О, есть. Так я тебе почти помню пароль. Одна не цифра, шипс. Просто чем прикольный прохи, типа на максимальной сложности, только по стелку. Перестрелки вообще будут тяжкие. Угу. Перестрелка будешь откисать только так. Но тяжело с этими, с мутантами тяжело, потому что патронов мало. Знаю, знаю, я пробовал. Да ебать, вот тут дохуя! О, сука! По стелсу, а так тяжко будет. Да что такое нахуй? Ну, блин, метро хай так. Начиная с первой. Редукс, которая там. И шо? Да шо там мне по будке прилетает, пизда. Чё, папи, моняню? Бать, тут пизделки, чую, там скелет хуярится. Ой, се, блядь, тут дохуя! Раз, два. Спасибо. Бежим, бежим. Костик, кругом меда по 4, по 6 штук, а ты его не собираешь. Так, если не помню, у нас, походу, была улика в 6 или... Бля, чей зеленоглазый тут-то? О, сука! Раз, два, три. Давай, давай, быстрее одевайся, сука. А ты там робишь? Съебаюсь от кучки. Сейчас, может, на хату ее приведу. Да шмотки добрый забирал. Хорошо, что я грибом закинулся. Уже хотя бы выносливости побольше. Я с собой хавчика возьму и к тебе. А походу отстал вы уже. Все, поел мясо, шлифанул медом. Ладно, не отстал вы. Большинство отстало. Все, лечу. Да тут я уже можешь сильно не париться. Я уже почти добежал до хаты. Так, а мы должны идти данжи искать и там все подобное. Но це поутру, я манал по вечере. Чтоб нас кучка серолюдов выебала. Не-не, спасибо. Увольте. В русской они подписаны Great Dwarf или что-то. Русская локализация. Так-то не вот так подписаны. Понял. Напали, да вы скотины. Ты же их еще не привел, а они вроде уже здесь. Не, то да. Инчи. То не мои. Понял. За мной только один бежит. Якого я сейчас отшатаю. Все, до побачення.
оформил. Ты нафига дуванчики нужны? Тільки для головного убору того. Із квітів. Угу. А синій сигалют? Не понял, где ха... Ага, понял, ты на хате. Сегодня так день быстро пролетел, страшно. Туди-сюди вот бегаешь, подписываешь это. Сегодня что цей обходный лист подписал, чтоб диплом выдали, а диплом будет готовый из 15 числа. Ты пластиковый шмат просто? А? Ты шмат просто пластиковый или что? Я не знаю. Ну короче, будет у вас без торжественного вручения, просто так выдадут и скажут пиздуйте. Да, да, так, конечно, да, так и буду. А куда торжество? Ну представь, типа, что у ЦК каждому торжествовать? Вряд ли в такое забыл. Да, за... каждому торжественно вручать. Не, ну слушай, торжественно вручиться хиба что будет этот. В одну аудиторию положить все эти и будете то ждать, когда кто-то придет. Хиба что так. Так я тебе один улик неправильно поставил. Постав правильно. Раз я неправильно делаю. Пилы спят, все тебе нормально. Удачи, блядь. Ты меня кошаришь? Или просто его точишь? Да. Я думал, просто его точишь. Интересно, когда мы уже открывали сдыхать на хате, что у нас на хате есть черепки? Кто еще в первые дни? Да, скорее всего, что там. Там же что написано на черепах. Типа, когда сдох? М? Когда сдох в этом плане? Не... А, когда я сдох? Ну ты же типа в первые дни. Да, да, там да. На них только написано, когда мы умирали. Понял. Вот тебе и утро. Да. Разлутаться завышилось. Сегодня меня этот воспетка обрадовала. Ты обрадовал? Воспетка из общаги. Подгончик сделала. Короче, ну, так как я староста секции, за мое хорошее поведение, короче, она меня наградила продуктами. Понял. Я говорю, как типа комендант или комендант? Ну, выхователь. Гуртожитку. Це чуть-чуть ниже, чем комендант. Ладно, понял. У нас так такого вот, никогда. 4 пачки овсянки, 3 пачки муки. Потом еще консервы. Да, пакетик. Ну, я тебе сказал вовремя, вот це как раз тут сейчас по хавчику не совсем все хорошо. Та чё, сбігав, магаз купився, все хорошо. А це щоб не тратить бабки. То мені треба привикати готувати самому, а то я привик готовий купляти.
Че, ты же умеешь готовить? Да умею, впадло просто. Что, погнали? Ну, падло не падло, Костя, как оцей коло нап'єшся. Потом, короче, ну, трошки дешевле и выгоднее будет сам. Так, так-то точнее, да, я ж, ну, пока не попробую что-то лучше, типа, не буду я постоянно тянуть до него. Привык на пиццах жить. А потом сосеби был. А с деревом, Костик, вообще туго? Не, чё туго? Есть дерево, конечно. Но там хай лежит для особых случаев. Ебать ты. Давай, давай, повтори мою судьбу, блядь. Хорошо, что я не так близко был. Да, ну, далековато от тебя было. Шо, шо, знаешь? Эй, берёшь, ты не покупаешь. За слабкое вот снарядье? Смысленно. Да. Ты не можешь березу рубать пока. А ты чем, кремниевым? Да. Ну ты я кремниевым. Чем? А с тобой топор одинаковый, видишь? Ну у меня даже третьего уровня. А чё, березы не могу? Или это ты это, просто зацепил её? Не, то ж мы зацепили этим, что дерево падало, то оно зацепило. А, я думал, ты разломал, ну нихуя себе, мощный тип. Не, не так все просто. Нам скелетов надо быть. Знаю, сейчас трошки тут наведу порядок. Все, теперь у нас все по красоте. Красивые такие ворота. А у нас первые два сундука уже забиты, да? Они еще не забиты. Все, я готов вроде. Сразу несколько котов. Все, можем лететь. Угу, четвертый уровень этого нужен. Что за монетки, куда их девать, я вообще без монетки понятия. Складывай у правый ящик, когда в хату входишь. Там я специально их туда складываю. Я ж вижу, сейчас только еще трофей передашь. Ты сделал отдельный сундук прям для трофея. А там это трофей есть сундук уже, левый и дальний. Да, и что я положил, трофей черепушки. I ready to go. Ну, полетели. Надо будет потом еще один улик поставить. Только надо, Димаш, помнить, где вот этот есть данж, который мы еще не лутали. Блять, ты меня злякал. А я ще и не закинувся хавчиком. Ти не закинувся хавчиком? Ні. Похуй. Ти 25 хп? А? Ти 25 хп? Ні, 45. Та там скоро этот... Время... Давайте я дам. Давай. Там щас попробуй. Только швырный. Я прошу захавить тебя. Thank you. Теперь можем лететь по 100 хп. Ломать ебальники. Давай, пока у нас есть 5 минут, чтобы до этого добежать до того места. Не, можем попробовать снова в ту пещеру залезть, может там появился. Не-не-не, навряд ли.
Ну, просто чисто попробуйте. Не, я впевнений, що там не буде вже такого. А нічого сложного, то есть ми то забіжим, три метра пробіжимся, такого. Важно. Много времени не потерять. Маю этот идею новую в пещеру найти. Блять, ёбаный холодильник. Надо. Что я же прибежал на входе. Ну глянь. Что мы нагребаем кремня? Увижу, залежи. Нам этот, надо кости. А для чего кости? Для апдейта снаряги. А это же надо скелетиков фигачить. Блин, необычный камень слабо. Это я греб, конечно. Так, нам еще кремень нужен. Ну, да. Там два стака будет нормально хватать. Но я пока не нахер. Та він же ж у воді, зазвичай, цей кремень. Так и я ж у воді сейчас. Ну, там ты навряд чи найдеш. Я этот ручейки маленькие, там можно найти. Стой ты на месте, ё-моё. О, уже полезли. Зирочкой. Зирочкой. Да и чтоб не расшатал. А он еще убегает. Все замочил. Бичугана. Я иду в неизведанную территорию, чтобы найти, ну, по возможности данж. Якийсь камень. А, ты так? Ну, давай так. Там вместе побежим. Так, я тебя поймал рыбу, она ловится руками. Подбегаешь, нажимаешь ешку и ловишь. Чё? А я ещё вот устрою в этот. Тут, скорее всего, удочки нет, просто подбегаешь, хватит, побег. Вкрал рыбу из этого, из речки. Так, сейчас, наверное, будет стак олова. Опа, походу, не, зерковый. О, тоже ого, а что они тут делают? Да фига, вас только что звездочкой замочил, да сейчас он звездочкой. Скотиня накрована. Камень. Для цього и потрібен щит. Мадафака щит. Все, забыл. Вообще изи. Поклад миди. Здоровый. Я пока у нового. Или мы с тобой от курса отклонились? Да я просто в иншему напрямую и шел. Да блядь! Брекопьё! Шусь. Я вроде в каких-то неизведанных местах. Да ты ж. А якісь... Споруду знайшов зараз. Доб'ю міті, пойду гляну. А, це так, кам'яні стіни, але там нічого такого.
сині ягоди. Квітка. А, насіння моркви. Зрозумів. О, грибочок. Що ж це за місто таке? Ще один пакот міді знайшов. Ну, хай валяється. Точні, мій зайк. Я попав. І опять луга. Що ж це за місто? Що ж це за місто? Ось таке взагалі вже. Погано, що це, тепехнуться на базу неможливо. Да, тільки своїми твоїми бігати. Да, по їбальнику получати. Так, я тут ручейок знайшов. Я взагалі не можу кремній взяти. Та я якраз в ручейок прийшов, щоб кремній лутати. Та блядь, жаба їбуча, на нахуй. Чи трошки ще цього подлутати. Опа! Пасажир, а я без лука. Хто? Скелет? Не, здоровый такой пассажир. Синий великан? Да. Печально. Он меня чуть деревом не привалил. Дерево лопает. Этот парень был из тех. Сломал нафиг, я ж не помню. Ну, конечно, тычка жесткая. Я заодно и его тычки сдох. Пассажир, пассажир. Как же его замочить-то, лука? Я с собой стрел не набрал. Лука, может, и забил по его, а так. Він же ж камінням кидається. Та існів, має пансіть, це може проще було. Так, по путі оленя замочив. Ще один стримок знайшов. Так, нам поки локація луга взагалі не потрібна. Так, звездочное варенье замочил. Мне нужна локация черный лес, а мне ее вообще не могу. Я как раз по нему и бегаю. Семена моркови нашел. Я тоже. Только трешки раньше. Колода. Поклад міді. Ще якийсь камінь. Мідь це добре, звісно. Нам потрібна гробниця. Так, це ж, так. Кожу шукаю. У нього ще ауешна атака була, короче, я понял. Не, вблизи к нему подходить вообще борода. Так, я же, наверное, грохну. Так, что ж с ним делать-то? Ого, он даже дуб не может сломать.
дерево дуб типа есть, а он не оставляет. Ролю пишет, нужен инструмент получше. Сильно. А я что, его домой привел, чушь? Кровати? Я нашел данж. Очекую тебя. Хоть... Не, ну, если я тут сам сдохну, конечно, это будет не камильфо. Одни, конечно, только... Блин, наш дом. Надо его дома отвезти, вон, потому что наш дом. Да, наш домик он гроб по-любому. Да, мощная штука. Так, тебе это надо сбежать в сторону дома, блин, чтобы он же просто дом не переагрелся и не сломал нам хату. Но с другой стороны, если бы отвлекал, я бы его сам очистил. Так и кай из хаты стрелки. Просто и все. Мы сейчас в данж зайдем, и он растворится отсюда. Да я выкупаю просто, чтобы он сейчас эту на хату не пошел. Мы ж на него забьем, а он... Він же ж на людей же ж піде, а не на хату. Ти ж його не знаєш, а вдруг щас. Ми ж його не знаємо, а вдруг в нього прилетить, а вдруг у нього хата і така, і все, он дед. Я типу скроюсь всім взгляд. А на хату он поліз. Потім приходимо, а нас вместо хати кучка досок. Я тут бежал далеко. Когда битку захавай. Так, это с хапчиком, может хапчик заканчивается. У меня есть. Та й кірка вже подломана. Піднесіли до того ектюра? Ні, тут теж фігово. Я б бігом дамчав до тебе. Да, ну ты ликован, ты убежал, конечно. Не, ну слушай, я что ли данж выбирал, да его ставить? Ты не хотел тебя пойти в то место, где мы первый данж нашли, там подынец. Не, бессмысленно, я ж тебе говорю. А ты прям вообще другую местность по телефону. Даже мне карта, типа, ну, для меня эта местность вообще неизвестна, не раскрыта. Ну, теперь раскрыта. Тупо напрямую фигач и все. Ну да, от хаты, да. Трошки хотел еще кремня подрубать. Анастасия, пойду. Это вроде бы лужи тут есть, но такие речечки, типа, но на них кремня что-то не вижу. Вам фор. Да, темноватый лес. А вот тебе и пассажир стоит, прямо возле тебя. Пассажир.
тут такой замес, короче. Тычка 88, я шибу. Короче, Костик, он сейчас запугался, но копье ему ни хера нет. Е, Костик, замочил кем-то. Замочил, хлопка я. Конечно, не без помощи скелетов, но все равно. Вот, с него трофей выпал. А, все, Костик, я укакался, тяжело. Монет куча. Так залетай сюда. Я даже двигаться не могу. Вы шо? 300 килограмм. А что-то выбрасывать. Мне шкура тяжелая, не шкура тролля. Ладно, камень-то выбрасываем. Дерево выбрасываем. Смолу выбрасываем. Вот трошки хлам освободил, но мне вообще место. О, костей сколько. Погребальные комнаты. Все, полетели. Ну, эту тогда. Там, где я стою, там у меня этот. Е. Еще одни погребальные комнаты. Запиздили мы тролля. Так это ж не то. Чё не то, заходь у данж? Не то. Пещера тролля. Я же говорю, что не то. Ну и шо, шо не то? Тут аж должны быть эти. Ну-ну. Для факелов кубики. Ну-ну. Ты впевнений, що тут не буде? Ну погуляй, посмотри. Подожди, це случайно не та пещера синього чоловіка здорового? Ну, пещера тролля. Фу, блядь, не ля... бігаєш ззаді без факела, злякав мене. А ти кажеш, рядом погребальний є, да? Так. Понял. Знаєш, будеш знати, що це пещера тролля. А, укатилась башка. Чо? Що ти хочеш? Єбать, башка, ти його все-таки убив. Щоб не пиздів, тому що пизджу тут ти. Пацан сказав, пацан зробив. Та шкура тролля, туніка і все, не встиг посмотрети. Каптури, шкури тролля, короче, все в основному на шкурі зациклено. А де ти казав пацан это? Сказав, пацан зробив. Красивчик, красивчик. Де это? А вон и пещера. О, скелет, нам же скелеты нужны. О, вот сейчас не замочит походу. Пацан, пацан. Бегу. Чуть не замочил, короче. Копьё почти сломанное уже. Что, макруху устраиваем? Гонила тычка.
Блять. Фигово копье уже почти сломано. Так, а есть чё? Одно ядро. Сколько о, там? Еще одно треба. Да, бутончик, конечно, тут такой. Мрачноватый, да? Есть такое. Так, нам теперь нужно, где мы все блутали места, нам теперь сюда нужно. Блин, там лучник. Лучник там. Давай отойдем пока. Тут их намочим. А тут... Вот там лучник не бьется. Блять, моя это... Выносливость. Блять, на меня накинется. Сейчас замокрай. Так, подожди, дай хотя бы похилиться. Я тут все скелет. Копье какое-то странное, но об стенки бьется, короче. Копье, надо его менять. Кстати, у меня, кстати, копье сломалось. И одно ядро. Дайте ядро. Нужно по стелсу его забрать. Ух, Костик, две штуки есть. Все, нам то есть должно хватить? Да, давай полностью залутаем. Ну, давай полностью. У меня просто копье сломано. У меня я могу скинуть. Да, у тебя же одно. Ну да, у меня одно. Факел, возьми факел и бегай с факелом. Я факел. А, так все, мы залутали, получается. Я ж хз. Вот тут было два ядра, я их подобрал уже. Еще одно ядро бачу. Але підібрати не маю. В місту підбери. Я забрал. Все, облутали, получается. Все, mission complete, respect plus. Можем бежать. Потом, тут я уже был тоже, что-то попшмотал. Монетки. Подбирай, подбирай. Моя я просто уже нет. Куда складывать? Уже... Да, места уже нету. Я уже перегруженный 300 килограмм. Из 300. Там можем до дома чухра ставить печку. Ну очекай трохи. Так, ну похавать что-то ще я точно не зможу. Беру сразу копье и выхожу. О, ранок уже наступив, уже не так страшно буде йти додому. У вас странный взгляд, вовсе. Нормальный взгляд. Это я прощаю. А где любовь в глазах? Где искра? Где нежные чувства в глазах? Я знаю, этим побежишь, ага. Ну да, я не сомневался. Не вынимай, я приду за брюк. Прям хочешь? Костик, 16-20, ты, конечно, да, блин. Подумай про 5 лет тюрьмы. Чего? Давай подумай про 5 лет тюрьмы. Еще если за статью, ты понимаешь сам, что с тобой в тюрьме будут делать.
Ну, либо на видео записывать, что она согласна побоит, он согласен. Там, все это. Перестраховаться трошечки. Ну, да. Ну, вырежешь кусок. Ну, короче, трошки оборудовать про последствия. Ты знаешь, я думаючи о последствиях, как раз таки ничего и не происходит. Там за тобой скелетик бежит. А ну-ка сейчас. Он почти размотанный. На нахуй 19, блядь. Мне не хватает выносливости догнать его сейчас. Ты его отведи трохи в мою сторону, я его пиздану. А шо ж ты тікаешь от меня, ёбаный волшебник? О, найс. А тепер іди сюди. Или не надо. Не, не надо. Я вже сам подобрався. Костик, есть идея? Яка? Костик. Яка? Выключай микрофон сейчас. Сейчас этот. Ча, типа, пофиг, рассказывай. О, ладно, сейчас. Ты градусник не вынимал вообще? Из жопы. Да. Ча, Костик, шпилить кость собрался, че шо? Тихо ты. Не забувай, моя стрим зараз іде. Та не і Кості грошей в його комнаті, а вона свою чертила. Поменше балакайте, люди. Що? Поменше балакайте, люди. Всім привіт твоїм підписчикам. Надіюсь, я вас ніколи не побачу. Потому что вы меня в лицо, а может быть, когда-нибудь я до вас присоединюсь. Присоединяемся. Это по настроению. Неудобно удержать. Неудобно. Держи, я сказал. Я тебя поваляю. Когда держи, я буду держать. Сейчас засуну, там только притолок. Хорошо. Бегом держать градус и мерять температуру. Хорошо. Бегом. По жопе. Бегом. Сейчас ты по жопе дам. Голова два уха. Ты типа не голова два уха. Нет, я голова три уха. Ну будешь три уха. Thank you.
Блин, а что ж Дискорд вообще? Короче, Костик, поставь там улик, я пока тем сижу с радостью. И поставь эту печку. Я печку сейчас поставлю, насчет улика ничего не скажу. Я там 3 секунды поставить того улика, занюхать. Сам твой улик поставишь. Какой, какие будут рецепты с той руды? Я там тебе ответил. Я пока там еще не смотрю. Нет, это все игровые моменты, поэтому игровые моменты. Там, если не ошибаюсь, нужно дерево запихать в эту углевую печь. Она превратится в уголь, и потом уголь уже плавить его. Разумею. Плавить металл. Металл. А кости именно там нужны для улучшения вот этих наших вещей? Да-да-да. Скоро, возможно, поменяем на железные, а ты это не хочешь лучше. Да хз, ну ладно, то тихо уезжать. Да ну просто серьезно, мы сейчас уже будем менять вещи на металлические. А ну сейчас, подожди. Блин, так вот тебе про метро рассказал, я тоже хочу метро поиграть. Соскучился по игре. Серьезно? Фига вы шустрые. Значит, реально хотите, 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 ну ладно. Ну, тогда хорошо. Ты от чего ты так рассказываешь? Там уже. Страшные эти, закрывать эти темы. Слушай, а да ты дел кубики вот это, что с факела падало, закинь их в первый сундук. А я лежу с температуру меряю. Бля, а я что-то с рюкзака спиздить не могу. Поэтому я сейчас и поставить уголь, ну это не можу. Ну чё, лечись больной. У трошки есть 37 сходит. Организм борется. Да, борется. Это гульбабку не треба у сундуки рядом с майстерней кидать. Там есть сундук этот...
Там, где золото, вот это туда, кульбабку. Если ты понял, что это такая кульбабка. Как она в любовь играет, так было. Да, у нас камни, конечно, пиздец дохуя. Конечно, самый простой ресурс. Я курица. И так, да. Держись. Давай ты потур. Тоненький, но все тоненький. Что за рыба нахуй? Щука? Это и пожарить, мабуть, можно. Да, можно. Да, блядь! Дверь мою вытолкнула нахуй. Жарчик ты. А, Костик, ты ж не смотри, качай. Вот этот вот плавильник закидывает сбоку руду, а опять там сзади запихивает уголь нахуй. Сзади, блядь, я ж так хату поставил. А, там пройти можно. Так, а если мы тут поставим эту углевую печь, то там некуда будет. Давай углевую печь на тут ставить, где я сейчас стою. Чтоб у нас хоть место было. Там где-то пошел по за деревом, что у нас по дереву. Правда, сейчас наплавить. Чтоб сейчас уголь у нас был. И дерево у нас, в принципе, есть. Что, кубики у тебя? Кубики и камень нужен. Угу. И все, кубики и камень хочет, да? Так. Сейчас, погоди. Что ты там делаешь, жрачку палишь? Воешь. Бля, отвлекся. Не, ну, ты воешь, не. Зато уголь есть. Так, а если мы уже улик где-то за хатой поставим? Ну, как тебе угодно, а я не пчеловод. Да, ну просто, чтоб не мешал бы. Да. Батя перегруженный. Ну, а ты что? С места сдвинуться не могу. А зачем ты мне стрелы выкинул, чуешь? Голова. Что ты хотел и выкинул? Ой, чё? Ты шо? Спасибо. Я тебя по сёпам выбрасывал, что у меня с собой. Сразумил. Так, а чё тут-то? Откуда цельная древесина какая-то, и что она дает вообще? А мы там только 3 кубика налутали. Но у нас 3 кубика, у нас есть 2, то есть должно хватить. Ей только что не хватает. Блять, я до сих проебал. Не, ну писец, ну писец. Они десь... А, все нашел. Вони вне хати випали. На кол посажу. Все, все в порядке. За кубики і двор в упор. У нас їх 7 тепер. Це, в принципі, хорошо. Ну що, торжественне відкриття. Сезон охоти відкрить, блядь. Ой. Просто торжественное открытие.
Це ти переніс этот. Трохи його подійки не треба. Надо побільше траляси не губить. А чо так? Та щоб з його шкіри этот, крафтити шмотки. Слухай, риба не жариться, не черта. Каже, спеціями треба. Хрен знає, що за спеції. Так, а що будете з тими курбабками робити? Та один стак хай буде, а потім викинемо. Ну, остачу все викидати. Один стак тільки хай курбабок буде. Є шишки, семена моркові, але семена моркові. Ні, семена, всі остальні семена хай будуть. Ну, давай так. Рибу я, наверное, був сважаючи в другому рюкзаку. А, це ж мій факел у кабзда, як я понял. А факел не чиниться? Не, не чиниться. То есть там, скорее всего, новый делается? Да. Ты что ж ты за яйки тянешь? Давай уже поскорее эту штуку строим. Ты кому? Мне? Тебе. Это за яйки тянем. Давай строить скорее. Пчелам нужно больше открытого пространства. Блин, что ж так-то. Давай тут улитку поставим. Условия. Пчелам нужно больше открытого пространства. Ну как это? Пчелам нужно больше открытого пространства. А, слухай, ты так там уликами не заставляй, потому что возле верстака должна быть у тебя это угля. Угля. А так пишет пчелам открытое пространство. О, у меня есть, конечно, одна идея, но ты, наверное, будешь. Слухай, можешь улику вот это, что возле меня убрать его трохи? Не все. Сейчас будем что думать с пчелами. В принципе, места для них мало, надо что-то думать. И, конечно, есть у меня одна идея. Дерево мне до хера. Ага, нарешті. Все, я поставив уголь. Ебаши нахуй. Что первый, медь или олово фигачим? Да, что захочешь. Я пока пробую с уликами как-то разобраться. Пускай олово, его больше. Ёбаный в рот. Что там такое? Короче, уголь не сзади кидается, а сбоку. Сбоку со стороны этого... Где у нас хавчик готовится. О, угольки падают. Блин, Валь пришла. Сейчас, Костик, буду что-то думать, потому что конструкция не идет. Первый слиток готов. Олово, новая сыровина.
А шо покрасыванием? Бля. Шо покрасыванием, ёбаный рот. Да нету креслен вообще. Та шо с не показывай нахера. Ё, значит жопа. Усюка. Значит, всё. Не, ну угольки на этом из хавчика охуенно подходят. О, я придумал, куда пёлок можно поставить, чтобы они никому не мешали. Снаружи. Не, снаружи их сломают. Блин, только древесины, блин, нет. Я знаю, а древесины. Hello, Ярик, hello. ТП-шек нет, да? Сорян, что так поздно ответил. Ну, я, 3 минуты только прошло. Не так-то и поздно. Не пив час аж. Ох, чуть бреном не привалило. 40 ТП получил. Чуть не сдох. Ну то таке. Ну, в принципе, удобно, цепную реакцию устраивал. Огняна, вогняна, скина. Олени боя, ну то таке. Ты можешь посадить типа шишки повысаживать, чтобы не мешали. Слухай, наковальня ніяка не потрібна для этого. Блин, нас пацики напали, задрали вас. Какие пацики, о чём ты? Давай, поверите, как они задрали. Да, прям вообще без них, без ничего, мы в жопе, как. И мы не в джопе. Что-то земля трясется. Да-то ты по камню прошелся. Что там у тебя такое? Все, Костик, все логично, смотри. Все, теперь там нет пачка. Фига, она здоровая. Петька. Да, из-за чего я и казал, что надо было брать трохи. Но красу никаких не добавилось, получившего улова. Хреново. Угу, згоден. Хреново. Будь здоров. А вообще голяк прям. Медная руда есть материал. Нет места, пишет. А ты сейчас что, плавишь? Олово. От этого олова.
Жопу. Нет, конечно же. А, подожди, в самой игре? Да, це максимальные настройки. Я тоже, як только начинав на ней играть, что-то такое. Ебать. Там можешь пересмотреть, там на ютубе первый стрим по цій игре записаний, що я плювався на графіку. Ну, сама механіка игры мені зайшла. Так що все чётенько. Блять, хули у мене чат на телефоні не працює ніхера. Йобаний волшебник. Я то, що побачив, альтабнувся називається. Или то просто такий таймінг словив. Так. Вам холодно, вам дивувати. Денис. Тогда похамечить. Приятного аппетита тебе. Не, в игре. Да я не тебе, я зрителю. Ага. Так. Что-то туго. Ты уже свое чавкал. Да давно я уже котехал. А то. Короче, что, давай сделать побольше стрел. Может еще одного загасим тролля. Ну, подожди, дай сначала хотя бы посветлише, а то в тенгре не дуже хочу. Не хочешь тенгре время оглушить? Конечно, блядь, спотыкаться об всякие пеньки. О, и орать как бешеный. Ну его нахер. Ну, как хочешь. Ты прям любитель по темноте ходить, да? Да ничего прям страшного. Кому як? Я, например, не за ноутом сижу, моя не зовсім. Блять. Ну, ладно, так, в принципе, можно и терпимо этот шастать по темноте. Но все равно, нема ж такого, что инверсия цвета йде. Искажение, грубо говоря. Понял. Все, так, дерево есть. А пока нет. Угли. Не башатся. Да, угли. Все, 25 есть. 22. Я же быстрее наделаю еще. Я лука. Ну, посветлішого, грубо говоря. О, туника из кожи тролля, то есть нужно. Так я ж про шо и казал. 5 кожи нужно. Слухай, а ты куди медь дів? Куда? Ты куди медь дів? Что дел? Медь. Ладно, сейчас с собой. Скинь ее в ящик, хай валяется. Не, сейчас мы же переплавимся. Да не так быстро, я пока всю медь не доплавлю, фиг ты там не скоро будет. Так я же голову оболочу. Ты там сейчас так стукаешь, будто бы кто-то нам в двери стукает. Подожди, ты юзаешь олово? Нет, медь уже юзаю. Каким образом? С оловом смешиваешь? Да. Непон. Так все-таки медь надо вместе с оловом добывать. И что ты там уже наюзал, а ну, колись. Да пока ничего, пока он все скинет. Я подожду, когда будет очередь меди, не олова, когда она вылезет. Блядь, верстак же все равно не поднялся в уровне. Хуё знает, что за хуйня. А где уголь запихивать? Вот, теперь вспоминаешь, что это и казал. Где? Понял, да? Нифига ты запхал, конечно. Я же кажу, я же не знал. Слухай, а ты 130 отжал скільки раз? Один раз? От груди. Что? То я сейчас на тебе, то я сейчас с подписчиком разговариваю. На раз. Не, ну слухай, это тоже результат. Не каждый 130 это жме.
Ну, як для мене це двойний вес, там, блядь, я б сложився просто. Красавчик, що сказати. О, наковальня появилась, чув, як тільки олово беру. Все, ебать, погнали. Тебе потрапили криком? Ні, це ще не крики. Крики не такі в мене. Споруди, ремесло. Блядь, только что ж, ну сука, ёбаный волшебник. По твоему довольному голоду, что там три полки серебра. Это, наверное, угля надо взять. Хоп, хоп. А потом пятерочка. А, четыре угля, четыре камня и медь, шесть штук. Чуешь? Шесть пластинок меди. Надо. Для наковальни. Есть кузница. Скики-скики? Кузница есть. Ну, рецепт кузницы. У меня одна, один слиток меди. И у меня один слиток меди. А, это ты скинул, типа, медь. Короче, понял свою задачу. Сейчас мы, наверное, понакидаем, пидем этот, блядь. Короче, печку надо будет потушить, а то там, где сейчас плавится все. И питы, и медь добывать, медь и олово. Сейчас будет... Ты не понимаешь, нахрена олово? Зачем олово вообще? Олово необходимо для... А нет, воно нихуя пока что не необходимо. То, наверное, як наковальню поставлю, тоді можно будет что-то крафтить из-за этого. Воно по-любому до сюзается, чуешь? Ну, хотя наковальни не было, а только кузница была. Где ты взял наковальню? Блять. Сейчас гляну. У меня только была кузница, а, и все. Чуешь, Ярик, я ж писал в общую группу, там этот... забирать дипломы можно из 15 числа... нового месяца. Да, пока что олово тут не надо было юзать. Ну, а, я ж чо, зашел посмотреть, как оно называется. Ковальня, да. Правильно. Кто я не так назвал. Слушай, в тебя там что-то по руде есть? 6 штук. На кузнице как раз хватит. Только надо время, чтобы оно все переплавилось. Да, в принципе. Пох. Если ты все закинул, то чётенько. Вот еще один слиток лежит. Нас уже их три, а нужно 7. На 6. 6. А тот медь закинул? Ага. О, ну все, я все, все четко. Солого рецепта не появляется. Ого. Нема за что. Спитал, ответил. Ебать, як ти заліз туди. А, все, понял. Кстати, ніхуя себе ти придумав. Ніхуя себе. Ніхуя себе. Слушай, а сюди можна залазити і з лука розстрілювати усі ці пісюнів, що приходять до нас, а то помниш, кучкою приходили. Та може бутуліки мішати. Що, що делать? Уліки може бут мішати. Думаєш? Да, може, буду на улик запрыгнул и шмаляй с него. Ну, можно и так. Все, я всю свою руду скинул. Порядок. Походу, сейчас хватит нам... На ковальню. Сколько у тебя медь с собой? А там три выжить. Что ты и забрал? А, 4 уже. Поставим где-то на ковальню или кузницу, посмотрим, что для чего надо, короче. Уже 5-й, вижу, тебе в карман пошел. Не, моя то олово было. Намешали, значит, мешанины. Ну, да.
А це вже медь було, це вже п'ятий кусок полетів. Ну і всі остальні ж вже теж меді будуть. Ну так, да, по ідеї, повинно бути щось. Ща почнеться. Я так понимаю, сейчас придется расчищать якесь, блядь, место, чтобы поставить коваль. О, слушай, а если я тут возле дубильни поставлю? Она, в принципе, влезет. Дубильню можем поставить тут. Да не, может там хай стоит, мы все равно на ней юзаемся. Она так... Да, блядь, нахуя? Да не переживайте. Переживу. Переживу. Мы так поставим, чтобы она не мешала. Не мешай. Не мешай. Да. Что, шестого пока еще нет? Вот забирай шестой. Что, где ты делаешь? Где строй? Угу, я долбаю. Дерево, камень, уголь. Слушай, у тебя есть обычное дерево? Где-то я собирал. Да не, в сундуках точно не будет. Беги по дереву. Я все дерево закинул. А ты куда его закинул-то? На уголь, конечно же. Да, закинул ты, конечно. Закидун, ты страшней. О, пизданулось дерево. О, все трясется. А там же ж рядом лежит дерево, чё ж ты его не бил? Так, давай не пойди, я тоже буду делом поднимать. Чисто подкинь. Хорошо, спускай. Да. Сидеть там, лезть там. Да, без дерева сейчас ничего не построишь. Я все дерево на улике пустил. Один улик, 10 дерева. А, нихуя себе. Что, вроде страшно. Ой, эти бомжи пришли. Замочил я бомжей. Да, как раз бачу, как ты их размотал на изи. 20 дерева хватит? Да, да, конечно. И у вас слиток 11 будет. Вообще нормально так на этот наварил. О, порядок, бронза появилась. О, казан! Что там, блять, надо глянуть? Кузница, бронза, мясницкий нож. Вот и олово, как раз котел сейчас поставлю, скорее всего, тут возле, блять, как бы так. Хотя я так понял, хавчик можно готовить. Олово взять надо, точно. А, бронза делается. Да. Це олово с бронзой, с этот... Ой, олово с медью. Ну да, получается бронза. Оно улучшает, интересно, этот или нет? Верстак. Да не, вроде не улучшает. Котел я поставил вон там, вон. Ось. Попробуй тогда это делать. Что за котел? Хавчик готовый, там рецепты появились, да. Королевский джем. А, можно же его поставить над этим, Костик, или костер под ним поставить. Под ним костер поставил просто и все. Сколько дерева? Я 16 штук на. Мне они уже как бы, уже не надо. А, не влазит туда. Все.
Ох, нихуя себе. Бронза. Короче, меди и олова надо ебать дохуя. И лиса. Короче, распределяем, кто дровами, кто рудою занимается. Так, где там котел? Котел вот возле хаты недалеко. У нас есть вяленая кабанина, сырая рыба, основа медовухи, малое лечение. О, вы для чего дуванчики нужны? Кто? Основа медовухи, сопротивление яду, основа медовухи, малая выносливость, основа медовухи, вкусная. Уменьшает восстановление здоровья, но увеличивает восстановление выносливости. Королевский джем. Малины и черники. Фига себе. Короче, можно типа делать медовуху на улучшение характеристик. И против всех хуярится. Понял. Так что по планам? Дерево и руда. Сейчас, да, починюсь и полети. Окей, я уже... Нам на один не хватило. На одну бронзу не хватило хотя бы. Да там бронзы хватало, е. В ящику там лежать. Да я просто попробую, что нам за рецепт покажет. Ох, с писяка вылез. Бронзовая кераса, бронзовые нагальные коленники, бронзовая лебарда, бронзовый топор. А что по ресурсам кожа. Необходимых? Сейчас я тебе скажу, буду столько ресурсов вылезла, что капец. Так, бронзовые гвозди. Не бачи гвозди нахуй. Используются кораблей и мебели. Бронзовая кераса, нагрудник из чеканной бронзы. Бронзовые нагальники. Ты мне не по броне, кажи, что по ресурсам. Что, броня нужна, шкура оленя и бронза. И все? Да. Тю. Для бронзовой алебарды нужно дерево, шкура кабана и 8 этих. 8 чего? Гвоздей? 8 бронзы. А, бронзы. О, там птичка 45, нормально. Короче, кости нам уже нахуй не нужны. Нам нужна только руда, дерево. Чтоб це все, блядь, собрать. Шкуры бронзовый у нас топор. Есть вообще, изи тема. И ебашим. Переодеваемся нахуй. Ты 40 есть. Пропашник тоже. Бронзовый шлем. Мясницкий нож. Медный нож, ты херня. Бронзовая булава. Дробящий 35. Я больше такие, что то... Древковая такая больше предпочитаю. То как у нас копье, понял. Бронзовая кирка есть. И есть бронзовый щит. Бо бронзовый щит тема. Кирка тоже есть тема. Тычка 35. Где бронзовый щит? Дерево или руда? Дерево или руда? Я, мабуть, таки буду с алебардой бегать. Алебарда тычка самая большая. Что туда полетели? Я буду дерево собирать и руду. Понял. Сейчас только я похаваю перед этим. Может, с запасом набрать еды? Я уже понял. Мы пошли на какой-то впереди всякое, типа на выносливость и там подобное. Блин, ну мы дурачки. Короче, теперь можно полностью готовить профессионально. Опа, синий великан тут, а хочешь запиздить? Хочешь запиздить? Да, да, пошли. Я его ще не пытался ебануть. Так, где? О, вижу печа. Сука, я имбую с шутками. Тролль уже почул меня. Он уже не потели. А, блядь, недолёт. Ща покажу, как надо задыхать! А це уже крик. Так, только аккуратней. Бля, вот ты поебалу получил знатно. На 50 хпшки. Я, короче, его тихенько... отвлекаю! Ой, блядь! Я подрыхи не мав. Да моя подросливость тоже не мав! Всё, я тихонько! 35. Пока его отвлекаю! Эк, это шут нахуй! О! Дай я его хотя бы раз цепану. Ай, блядь! Я понял, це ще я блокировку ебанул. Це в мене так воно отбило, що 13 хп осталось.
аккуратненько. Аккуратненько по линейку. Опачки. Опачки. Вы же его одновременно и от него мансити расстреливаете, а его не смогу. Да я его отвлекаю, не переживай. Ох, блядь, 6 хп! 6 хп! А, блядь! Текаем. Ох, ебать. Чуть-чуть. 20 камень. 14. А может потом медовухи сделаем? Чисто, чтобы выносливость была. Да ну, я сейчас пока... Я вообще не планировал его пиздить. У нас я сейчас... О, все, красивчик. Вдвоем размотали побыстрее, чем ты в соло ебашил. Ном-ном-ном-ном-ном-ном. И, о, еще 5 шкуры выпало. А башка тебе выпала, чи шо? Или вона так? Башки не выпало. Да. Ладно, пошли. Пойду сейчас скину шкуру, чтобы мы стаки свободнее были. А я пока лук починю и стрелу где-то. Да, кстати, тоже так же надо было сделать. О, олень, олень, ебаш. Там же поздно он уже убежал. Там надо будет пострелся. Я себе стрел трошки наделаю. Побежим. На всякий случай. Бать, тут жужжить, конечно, улей. Блин, фигово, смотри, походу, у нас же все сундуки с мясом в этой будочке, а котёл... Да я тоже думал об этом, но, блядь, может там просто пару сундуков с, именно с супами оставить. Ебать, ты горишь, ты фаермен. Подожди. Во, Костик, теперь все правильно. Смотри, сундучки рядом, котел рядом. Теперь-то ты что? Так ты же убрал у тебя что этот, жарлый мы. Ну так, и теперь можно взять типа мясо в костре. Это ж типа аналогично этой палки, понял? Ну дивись, тебе виднейшее. Ты же у нас спец по этой игрушке. Блять, потемнило нахуй, я прям так и хотел потемнить и ты. Не, погодь, я сейчас это не того, короче, не... Как его? Не того, ну я... Не да, не, не, медовуха не. Не так. Я просто не починился еще. И стрел не... Так ты ж по дрова, ты бишь тут поближе, а я по этот... По руду. По руду кралю. Называют русалкой. Русалкой, блядь. Рассольник, нахуй. Так, а ты где? Ты убежал? Я копьем метнул звездочного оленя, запиздил. У меня есть мяско. Да, все-таки, наверное, алебарда там это лучше. 45 тычка. Что, по скорости темно будет посмотреть? Темно, как срать, ё-моё. Хотя нам же надо в темный лес. По руду кралю. Так проще будет. Что, будем силу вязать или так побежим? Шо-шо? Будем использовать силу или так побежим? Да так побежим. Силу натекать будем пользоваться. Блядь. Ну, пошли с водой. Я нам и олов самое нужное. Ещё от факела не подгорая этот лис. Прикань, загорается весь лис и горит наша будочка. Да ну, у нас будочка зелёная леса, мы там весь лес вырубали, наша будочка не сгорит. Максим углянулся так. О, зеленоглазый. Ой, Костик, сейчас будет травить. Тикай, будет травить. Да зачем тикать, если я могу запиздить его? Он меня просто отравил, и это я могу уже. И переживу. Я не могу и переживу. Ты 25 хп, капец. Так, ты захавался перед выходом вообще-то? Там скелетик. Да, захавался слабенькими ягодами, захавался. Замочили. Это просто камень у нас.
А вот вроде руда, если я не ошибаюсь. Это медь. Это тычки вылетают по 7. А, это просто да, камень. Спасибо тебе. Спасибо. Приятного просмотра. Спасибо. Давай, как удачки. Хочешь? Жду на следующих стримах. Тут синеглазый это присутствует. Костик, баста, это камень. Это камень? Да, понял. Это камень. А мы тут сиролюд. Еще и сзади чую. О, и скелет тут... это не порубает, скелет. А можно не порубает. Мы погибли от кого? Пизда, тебе скелет запиздил. Вин еще и звездочный? А, не-не-не, это до побачення нахуй. Пиздец. Еще и не то и насобирали, блядь. Пиздец. Там еще камень был, то не была медь. Да я понял уже. Уже побачил. После твоих слов еще добавок. Це мои тузики, конечно, аж тузики чисто с тобой. Угу. Чисто два тузика. Ничего. Все, я полетел. У нас левость есть, узнаю силу. Мы меняем местоположение. Короче, на меня бежи просто и все. Что, меняем? Местоположение добычи. Нифига не понял, ну ладно. На мене просто иди и все, вот что я тебе сказал, чтоб ты понял точно. Ага, синие глази. А нет, это... А, ну да, синие глази. Список войск для строительства кораблей. Я же, Катя, еще и ночь нашу мёрзливость будет дольше восстанавливать. Такое выражение, что уже вечерить должно. Ой, ранок уже скоро. Не знаю, тут времени такового нет. Бегу к тебе, бегу. Так, ладно, там был скелет, он будет тех, короче, бомжей, он бы их забил. Потому что они продуют. Может, он и забыл, я что втик. А, там же вещи еще мои. Да. Бля, точно. Что и там забирать шмотки. Так, ну вроде бы бегу на свой крестик, на черепок свой. Ну, я что-то предполагаю, что скелета там не будет, и будет два трупа. Как не три. Не, ну они, по идее, должны уже помахаться. Ну, так я что-то и говорю. Только же нужно еще одеть вещи все. Поход миди нашел. Все, я пошел к тебе, полетел. Слушай, походу, так... я как раз возле данжа у того. Куда нужна? Я возле первого данжа просто у того. Там, где мы меди нашли, в принципе, первого. Нет, господи, это все-таки был звездочный скелет. Ну, я ж тебе сказал, что то звездочный, я же чего текать начал, если бы не, я бы еще размотал, попробовал. Не, ну с лука, в принципе, попробовать можно. Я смотрю, его эти бомжи размотают как раз. Ой, якийсь великан нахуй. А! О, да, до побачення нахуй. Тут великан синий той. Понял. И не только, еще и великан сиролюду цей. Черты эти, что поначалу я называл. Да блять. Да размочит. Там у меня еще выносливость тютю, да поба! Не! Да что такое, блять? Мне пизда. Я тупо бачу их текстуры сзади. Хотя цель у нас была руда. Вони у це бігають, мочуть півліс. Так, звісно, звуки. Блять! А, я ще й об дерево споткнувся! Почти вся хп до побачення, блять.
На, на. Где-то. Вот открытой местности еще. О, это бич с дырочкой. Сейчас... Да. Бич вот этой. Не, ну хотя бы на открытой местности. Ой, блядь, пизда. Да не хватает выносливости. Вот почему я люблю ночью ходить, собирать руду. Это, блядь, уже стики раз я фиданул в ночных походах своих, блядь. Хата открыта, блядь. Бля, бля. Ебан. А, я еще и я горю. Ладно, потихоньку будем его мочить, прибегайся. А сейчас, сейчас, конечно же, пробегу. Куда еще деваться? По-моему, надо бежать и шмотки забирать. Пизда, это пизда. Долго натягивает. И бабу ступин. Просто утроли тяжелая шкура, и сейчас мы только забьем себе инвентарь. Ну, я шо, виноватый, что у меня появился? Да я ж ничего не делаю. Причем, что недалеко от места добычи. А, ебать, я об что-то споткнулся и трачу выносливость. По идее, должен быть котёжик стрелами утыкан. Ага, об хату споткнулся. Ну, вот еще 4-5 осталось, я бы справился. На тот цвет. О, с головой вроде. Без головы. Да, с головой все выпало. И тяжелая херня, и шкура у него тяжелая. И башка тяжелая. Я почти дошел. Сейчас, почекай. Ой, ебать, башка нах. А ну, посторожи меня, пожалуйста. Спасибо.
Я вот честно, я успел забыть, что я это все делал. Да? Да. Нема за что. Ща, подожди. Теперь я. Горночки всякие получили. Я повернувся. Что там, работник? Собрался? Да, уже тут. Голова сиролюдского шамана, кстати, получил. Вот так зеленого запы. Ты понял. Блин, у нас вокруг луга, у нас черный лес, так толком нет. Пошли, этот, руду. Так это нужно не из выданной локации, тут уже у них внимание. Да не есть могу, руда, ё-моё, есть руда, тут недалеко медные поклады есть. Ох, хитый поклад. Тут, либо трохи в другом месте. В темноті, коли тікав, я не запоминав сильно. Та й та камні просто. Та ні, я іменно медь бачив, там написано було поклад міді. Либо тут, либо трохи ниже по карті. Пошли искать свои поклады. Да не вижу пока что-то. Ты помнишь, где у нас данж был? Да. Вот это туда нам надо. Что-то крокодильчика вот до хрена тут осталось. А, ну вот. Недобитые, так скажем. Недоломанные. Угу. Не мешайся. Да с кирки бы его пере это. Та кирка на полезно, что-то должна идти, а не на всех пиздюков мелких. Так ты и руду добываешь, и того по горбу переедет. А он все-таки с инструментом что-то надо делать, лопается. Слишком быстро изнашивается. Можно первым делом кирку сделать. Тоже варик. Так, ну олово там у нас вроде бы есть. 30 этих, еще это был сак олова целый. Может, медью так она посложнее. Но нам нужно сколько? Ну, вроде бы там сочетание 2 к 1. Одна медь — это один бронзовый слиток. Так, одна медь, один бронзовый. А там нужно по 8. Грубо говоря, в среднем нужно 10 на... Нам нужен комплект брони. Это кожаный шлем, плащ, штаны и туника. Это нам будет 40 меди нам нужно, то есть 80 на 2. Плюс добавляем комплект оружия, это 1, 2, 3, 4. Нам нужно 160 этих меди. Чтобы полностью сделать себе сет. И оружие. Я молчу, там уже про веки всякие, ну ты понял. Thank you.
Сколько у тебя? 9 меди. Там еще ямки была медь. Моя 15. Ё-моё, кирке уже жопа, капец. Моя тоже. Вот мы пойдем в той будочке, что мы построили, поставим верстак такой. А схеба там не стоит верстак? А может и стоит. Ну там, где этот. Хотел построить. Ну вот так, капец, мы только с тобой не залежи сломали, и у нас уже кирок. Но меня так не сломал. Не знаю, как у тебя. Но у меня уже сломалось. Я тут почти пытаюсь ее было ломать вручную, в кулачину. Чисто выебуюсь. Все, кирке жопа. Пошел я ремонтировать. А, такая же самая хуйня. А, мне еще и 300 килограмм переполз. Ё-моё, шо? Слушай, ты можешь мне скинуть на 40 кг? Руда на 150. Ну, як? Не на 40, а на 50. Руда 150 весь. Одна руда 150. Ты мені скинь, короче, на 40, не, на 35 кг руды. Я напишу завтра, либо сегодня список, скорее всего, что завтра, либо сегодня трошки расслаблюсь, почитать. Хорошо, не, Костик, походу дела не будет, но на хату тебе. Тяжелая твоя. Слишком. Есть варик тележку сделать. Тележка из гвоздей и дерева. Тележка вмещает в себя там. Ого, сколько. И тягать тележку. Це що ти мені піднімаєш, а ми з тобою взагалі фіг надибали, а вже слава. Та погоди, я тут попробую зараз верстак закрафтити. Так а з весом ти що зробиш? Ти ж нічого не поділиш з весом. Ти без нас перегружається від руди. А, ну це да, тут ти прав. Побегу пока до дому. Сейчас переплавим то, что есть. Вот такие телеги сделать штука полезно. Вот там в телеге то ли 600 веса, то ли 1000, не помню. Там можно натягать нормально. Или 1500. Чисто если возьмем побольше еды, дерево на верстаки будут, тогда проблем уже не будет. Поломка кирки не винируется верстак. Одна звездочная лень. Так, Костик, а дерево у нас есть? Я снарубать дерево. Делать угля или у нас уголь есть? Уголь вроде бы есть. А, блять, это камень. Пуам. Так, десяток меди я закинул. Куда с тобой капнуть?
Белгли есть, Вродевская есть. Я тоже на хату бежу. Бежи. 24 меди несу. Я пока, может, по кулинарии трошечки. А что по дереву? По дереву глупо. Надо будет трошечки под это, подрубать сейчас. Вот там, далече ты? Ты в дороге. О, Костик, есть повозка. Повозка есть. Так, есть там какая-то деревянная стойка и какая-то повозка. Повозка, яку можно ночью проебать здесь. А ну поставим, честно, проебать. Она же на карте не отмечается. А вдруг отметим? А если отмечается, то все хорошо. Если нет, ну все пиздец. Вот, не, на них, впрочем, стопка монет. Нет, ремесло. А, вот есть наковальни, кузница улучшения. Две бронзы дерева. А, бронза, да, точно переплавить надо. Так, фигово, не могу найти повозку. Рецепт вылез в повозке, а где её делать? Что-то я не вкурил, мой так. Вон стойка для готовки, котёл верстак, дубильный станок, кузница, наковальня. Стопка дров, груда камней, стопка бла-бла-бла, груда угля, груда из дерева. А, есть повозка, Костик, 20 дерева. Ну что, ты готов? Ты готов? Повозочки. Протестировать повозочку чисто. Этот... Глэк в ахуе от одной мысли просто. Чего? Я до сих пор в ахуе от одной мысли. Какой? Что же за мысль? Будущие мысли. А что там за мысль такая, что ты прям в ахуе? Я горю! О, точно, надо ещё хавчик затестить. А, тут амед нужен. Положим так. У нас как-то мало, она там амеда хоть заходит. Да, амеда есть, да, я думал сейчас по Шурику затестить. Ай, пизднишь, отойди уже. А ну сейчас трошки надо будет мне трохи отойти. Слухай, а да бронзовую кирку можно сделать. На той же.
наковальника. А у меня ремесло, короче, только вот это бронза и ножи. Или это надо просто побольше всего, чтобы оно чертежи показало побольше. Ты про что, ты про эту штуку? Кузница? Да, да, да. Тогда возьми бронзовый, сделай бронзовый слиток, и тебе откроются чертежи. В руку взять его, чи шо? Ну, має він в рюкзаке лежить, но... А, бронзовый, блядь, долбоёба кусок. Понял. Именно таких бронзовый. Да я понял уже. Понул. Я ящик уебал на 0.5. Да, не страшно, почти. О, пока тут петь плавать, я кое-куда отойду. А, лени наша, мы компонятина мимо. Компонятина, они есть. Ай, сырой делается, ё-моё, это медлик. Она вся же уже готовая, правильно. Почти. Ладно, что у нас по медову, по медовуте. Жёлтый гриб, малина. Жёлтый гриб. И малина. А, напиток должен побродить. Да я понял. И положить. Короче, лучше старое доброе мясо и не парить мою голову. Не парить голову. Блудный сын вернулся! Я же никак не могу ровно поставить казан. Была. Так рыба так стоит. Чтоб открывать себе чертежи. Да, да, да. Уже працюется. Бронза. И чё я могу сделать? Кирку надо. Три сосновой деревяшки. Тебе тоже, кстати, делать эту кирку. Я теперь тобой по воске хвастаюсь. Я побачил, прям в хату заехал. А, надо 10 бронзы, да блять. В тайские бронзы. Или пока не скики. Я пока не брал бронзу. Я пинял. Где треба деревина и уголь. Угля надо. О, напердил. Так что тут треба? Один бронзы и остальное этот медь. Thank you.
И сюда, сука. Блять! Охуеть, тут дерево попадало, мне страшно стало. Thank you.
трошки перекуснув якось. Хоч я не знав, так би сказав, смачного. Так, нічого страшного, а ти ж утік кудись по ділам, я думаю, живот даже болить уже на голоду. Що тут на ті рейсті кого на ябу? Та так, по дрова ходив. Скорее всего, у нас тут слишком много этих не будет. Медь надо побольше, чем олово. Понятно. Там же 2:1. Соотношение, что-то такое. Да, так и я. Сюда плавлюся. Но если пока еще не бегаешь в новой броне, значит пока еще не надел. Да. Да, я кирку хотел скрафтить. Пока что... 8 бронзы тебе на кирку уже есть. Да нет, там 10 надо. 10? 9 чи 10? 10! Да, вроде 8. Не, 10. Я дивився, так бы я не дергався сильно. Ну, я думаю, на кирку я точно не збираю. Ну, из тебя... Что там у тебя по этому было? На кирку... Сколько мы с тобой привезли? Это буквально 30 меди. Да там все четко, все как раз хватает. 10 бронзы было как раз на кирку и хватает. Там с копеечкой трохи. Я там передвигаешься. Что с тобой не случилось? Уголек взял. И уже плохо. Уже укакиваешься. Угу. Так, ну телега, как и в телеге еще вообще бесконечно даже хватит. Да, это шо. Так что можем на грибты соберут и столько шо вообще. А потом хуй потащим. Да чё, потащим, это ж телега. Мы пацанами тягали в ней столько. Забивали ее полностью стаками. Надо от камня избавиться, слишком много его у нас. Может, что построим потом. Или можем кучу камней поделывать. Оборонительную систему, типа. Оно просто вот так, чтобы пришло. Пёрочка, клац. Прочие, грута камней. Вот тебе и камень. А если понадобится, потом разломаем. Надо бы еще цвет как-нибудь. А, ты все дерево походу на расклад. Мы там, короче, как в лес по дрова ходил, чуть дерево мы не закидывало. Как я понял, там несколько деревьев начали падать на меня. Ты прям ходишь все в этот? Что? И все в ноль переплавить. Тип того. Ну не все. Чисто для кирки накидать. Ну накидай для кирки. Так нафиг тебе столько дерева? Уголь. Ладно, я пока себе стрелял. Стрелы, видишь, камни уже почистили. Трошечки. Бать, ты красивчик. Это из шкуры тролля зафигачил. Ага.
Да, про ты... Сколько у тебя брони? У меня 19 брони, а сколько у тебя на кожаном сайте брони? Это там дохилка? Не, там нажимаешь, у тебя вверху броня показывается. Вверху, да, конкретно. А, 11. 11. Ну, на 8 брони. У тебя 8, а не 11? Не, у меня 19, а у тебя 11. Поэтому 8. И пошли деревья падать. Им не получилось по красоте сделать. Себе сделаю комплект стрел, чтобы без шатроля могли забить. Угу. Мало ли. Увидим. Бригаде этого гражданина. А, сумеет, нихуя себе. Бронзовый цвехи. Но пока не только нужны для этого, для тележки. Мы еще корабль с ним делать, что-то мы на корабле не знаем. Мы еще до корабля не доросли. Там плот пока не корабль. Блин, мед сыпется вниз с этой полки. 12, это нормально. Неужели так долго 10 про бронз делается? А только 8 или... А, так бронз уже это, так уже и юзать. А там по очереди то, что у меня этот... Мне еще две... этой... Два олова, ну, ось еще одна, и можно будет крафтить. Ну, крафт. Выпало, да? Теперь там одна осталась? Не, все. Я туда закидаю сейчас все. А, блядь. Ах, и ты, конечно, этот летейщик у нас. Ага, конечно. Блядь. А чего-то не хватило? Дерево не взял. О, а ты из бронзовой киркой, кстати? Нет, откуда? О. Да, слишком, скорее всего, у нас не будет. Миссис, то... Пять дерева есть? Что это дерево в последнее время тут? Сейчас я пихаю его куда не треба. Сейчас и бей копье заодно зафигачу. Порядок.
Так, дерево тебе или в ящик? Да, пока ящик тебе. И отправимся на поиски. Пиздюлей. Да, можем мы на пиздюлей. Все, хочешь отправиться? Да. Ты вещи отремонтировал? А, хавчик захавать надо. Хавчик у меня есть. Именно на один раз захавать, чисто чтоб с собой не носить. Все. А, то есть вон она моя тоже активировалась. Серьезно? Да. Я ж рядом стоял, тоже зацепило. Так можно теперь так этот... Только у меня использовалось так, как и у тебя. КД пошло. А, понял. Да. Так, веди. Шашлык. Опачки. Ты глянь, який щит у нього. Ми зараз оцим этим розмотаємо його. Ззаді. А, погоди. Це пещера вниз чи що? Не понял. А ти в цій пещері був, чуєш? Так это не пещера, это гробница. Ты тут был? Мы вроде бы не были в ней. Ну, погребальные комнаты просто. Да, вроде бы не были, если что. Да, скелет двухзвёздочный, а, нам пизда. Не, не пизда. Там лучник или мечник? Лучник, лучник. Похуй. Я похую. Капец. Нормально. Залутали. Ну тут что-то нету этих. Факел. Нету этих. Камушка вот этих. Факелов этих. Факел оф. Нету тут таких кубиков, уже мы реально залутали. Да не. Невозможно, потому что тогда бы этот... Не было бы скелета. Ай-яй-яй. А тебя же бровка, как я? Да. Ладно. Думал, будет сильнее бить. Та я ще об стенку трохи чекрижу. Та його ж надо улучшати вообще-то. Ну, написано було изначально 40 дам. Ну, має ж 3-го уровня було тоді коп'є. Тут за дверми, походу, єсть. Так, з кашкою, так, уже готово. Когда выносливость кончится, отойдешь. Может, там дофуя. Да, ты прав.
тепер я. Тікай, 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 тікай. My next. Бабку чекать такое поменять. Сейчас в тачку кинем и хуй с ним. Не, там в тачке 100 тысяч, а ты будешь чисто под этот, короче, под руду. Окей. Как можно больше привезли ее. Тут пусто. Двери закрываем. А с центра пробежимся. Залутали. Или нет? Мы в центре еще не были. А вроде бы были в центре, ау. Были? Тут были. Это лучник был. Все, вот это можно утекать. Ну, два ядра тут всего на все в этом подземелье. Так уже и много. И выйти можно уже. Или ты налево пошел? Я уже вышел, там что-то. Пойду руду искать. Это камень. О, пациент хвостик замочен. Кто? Так а что потом господи сломал? Великан? Да. А в лесу тяжко? На нахуй. Блять, ебать его в рот. В лесу тяжко. Сука, я об дерево уперся. Ёбаные сиролюды. Я подожди, она слева. Да! Отпрыгнул тупо вовремя. Меня там. А, нахуй. Ну нормально, сейчас щит отталкиваю. Блять, надо вовремя щит юзать. Так, давай только чтобы него не сдох. Просто пока текай, всему спину пару тычек. Блять. Да ну. Вообще и закрыто. Вот, блять, было бы открыто пространство и на изи размотал бы. Ну да. С него голова не выпала, так шкура. Ты его запиздил? Да. Бегу. Блин. Мыть нужно. Бля, долбоёб. Ладно, хуй с ним. И даже забит инвентарь барахло всяким. Блин, чё камень так похож на медь? Угу. Потому что надо читать, что там написано «Поклад миди», а не просто ебашить. Я ж просрал просто, что подбегаешь, думаешь, что там медь. Всё равно. Место смерти изменить нельзя. Хавчик с собой есть? По меди. О, тут два сиролюда. Это просто по фату камень мы долбали. Блять, больно нахуй. Mm-hmm.
Дай ты хоть одну залишь, ну ёб пошёл налево, это за чёрт где. Ешки уже срака ломается. Скажи хоть, что ты медь найдешь. Конечно, это еду шукаю. Пока что только грибочки. А, нет, это камень. Блять, мам, холодно. Это могу медь сейчас найти. Сейчас только проплыву через реку. А, тачка, як, чуешь? Ну, тачка мы ж не перепили. Только остановить возле реки. Он нашел медь наконец-то. Ух. Этот объемся от этих бичей. Поставим здесь верстак. А не трави меня, скучно. Травит. Оце ты съебался, конечно, далеко. Походу шаман зашли. Там верстак, если что, стоит на том месте, где я плод, кладку хотел сделать. Да похуй. Верстак поставим, накроем его чем-то. Сука, сиролюд великан. Кстати, если шо, у тебя черты боятся огня. Понял. А шо ж ты делаешь? Блять. Тяжко. Да пизда. Под щитом нахуй уебал. Моя 2 хп было. Блин, дерева не хватает, я пошел за деревом. Сука. Опять это бежать. Все, опять сдох? Да. Я ошибу. Там это черт великан запиздил. Так, хаваем, чтоб жить, хаваем. Жить, пожить. Так, я тут, конечно, постараюсь выжить от своего прихода. Ничего гарантировать не могу. Так, можешь не париться, вообще не париться. По поводу чего? Я сейчас бежу на свое место смерти. Забрать шмотки. В один день дважды сдохнуть. Класс. Ух, нормально, живем, пока живем. Все, верстак есть, не отремонтировался. Тележку отремонтирую. Блять, зеленоглазый, сука. А я голяком. Ох, ну це пизда. Еще... Ага, ну да, все, я понял. Это до побачення сразу, можно сказать. А чё?
Потому что 3 или 4 синеглазых, один однозвездочный и один зеленоглазый. Сука, запихаю сейчас. А еще сука в темноте, блять, без факела. Да ебаный волшебник. Выносливости не хватает. А еще и красноглазый. Блин, также можем тележку повтыкать. Если там может хоть помечу место на карте. А это возможно вообще? Я хуй его. А, знаю. Ну да, возможно, я ж хату пометил. В принципе. Зачеркнуть метку. Я все, зачеркнул метку. Сейчас убьют, пока не зачеркну метку. Урод, конченый. Ой, не кажи. Наконец-то, от одного отбився. Пока, дівся, бігу до тебе. Ти, блядь, показала, що великан рядом. Пошли. Ночні рейди, блядь. Кстати, Костик, а ти, короче, броня от этого тролля вже не ремонтується, тому ж таки. Упс. Ремонтируется, на кузне уже ремонтируется. Ну, пока от миди. Короче, урон в 2 раза больше. Блин, я сейчас 2 раза меньше выносливости из-за того, что сейчас мочу. Выносливость тю-тю. Каменщик, каменщик, парень работающий. Ты скотина. Вы заебёте. Верстак. Всё, я подписал точку. Верстак. Всего на 64 меди. Серьезно. Выносливости нет. То ли каждый, то ли когда у персонажа малая выносливость, он меньше урона типа наносит. Это все что узнает. Руде, сиди или выхи. А на кирка уже почти не пома. Я не знаю, как там. Мэн, только наполовину. Давай ты мне будешь своим говном тут раскидываться. Разливости нет. Так, 10 меди есть. Наконец-то утро. У меня 11.
12. Все. О, тут есть. Гирки качаются. Ну, вроде все. Можем угрузиться в телегу. Стак меди есть. Что, полетели? Сейчас потянемся. Что, полетели колеси дальше? А, ты разобрать все хочешь? В смысле? А, ты просто починился? А, Кать, тут уже луга, тут не будет меди. А локация темный лес нужна. Луга, луга. Интересно, что я не могу чиниться? Шмотки. Там луга, Кости, там не будет воды. Там уже тогда в лесу. Телега отвалилась. Где-то там есть. Короче, на тебе поиски руды, а я буду только за тобой бегать. Пока что я с собой похаще мне гуляй, боясь тебе. Если я власть ломается. Есть олово, но не знаю, нам нужно? Нужно, конечно. Нашло место, где мы камень добывали. Ночью утекали, вздыхали. А нафига мы там камень надумали? А надо перепутали писать и сметь. Да. Нам нужно пойти в какие-то неизведанные земли, потому что мы тут уже все избегали. Приходится круги наматывать, тележка не везде порвазит. А ты по ровной дороге едь, просто в тем направлении и все. Даже с тобой бегу, а ты по таким чигирям полез. Так, только вас еще не хватало. Mm-hmm.
А что, у нас есть 30 меди? Да, нет, это маловато будет. Тут уже нифига не будет, мы же все оббежали. Тут голяк дальше лес уже пошел обычно. Надо в какой-то новый черный лес идти, где мы еще не были. Так, пошли же в моем направлении. Да, завтра рабочий день. А, точно, ты злишься. Нет. Понедельник, а пятый точек подъедешь. Сегодня я посижу дома там. Сейчас ты далековато убит. Угу. А ничего не было по пути. А вот залежи меди. Прозевал я, получается. Тормозим. Точно железы меди? Там так и написано, или то просто камень? Не, просто камень, не сделать ничего. Конечно, забыли. Залежи меди 115. А если она вдипает древесины? Верстак. Да. Подожди, легко починить. И кирка сломается. А мне надо починить ее, потому что мы на том верстаке нихера не было. А что, эти твари будут мешать? Да сейчас, то я поприкрываю. А что верстак ставить? А что ж ты, блядь, сверху нихуя не бьешься? А, это же на пол надо ставить. А, все дерево закончилось, пошел вид. У меня есть 7 дерева. Да, у меня есть 6, сейчас должно хватить на крышу. Все, пользуемся. Ой, кирке пизда. Кулаками начал ебашить. Ну, слушай, что-то нихуя не, не чинит у меня. Кирку не чинит? Мм. Дальше таки дать нужна кузня. Уже не наковальна. Блять. А шмотки тогда хули не чинится. Ну у тебя же более высокий уровень, скорее всего, уже стака уже не хватает. Для починки. Ну це кабзда. А и будешь нас на телеге тогда. А? Значит, нас будешь на телеге. На хату убежал? Да. За киркой? Угу. Ну смотри, сейчас пока сбегаешь полчаса поди. Да, знаешь, что надо будет сделать, чтоб ты мне его скинул, свою. Я бы и твою починил заодно. Так моя штиница. На верстаке. А,
Блять, точно, это же моя медна. И копье что же начинится? Тогда бери костяную еще и... Угу, хорошо. Поставить наковальню каждый раз. Ебать, я споткнулся об дерево, что ж ногой уебался сильно. Такое есть. Так, 10 меди всего-навсего. Маловато. И у меня кирка сломалась. Ну, полтора стака. А ну телеги вес уже 500. На своем горбу не потянуть я быстро. А, сейчас укатится телега. Так, а она вообще едет? Да едет. Чё? Лайфхак. Так мы же так с Виталиком делали, мы так собирали жёлтый ресурс. Только мы для этого дела переехали прям в новый лес, где вокруг куча меди было, чисто в хату тягали. Телега. Нас типа мы на ту базу разобрали, перешли в черный лес, но в базу. Понял. Ну я уже бегу. Я, короче, и вторую кирку захватил. Я же почти закончил. Ну, блять. А что я по три дамажа сказать? Слабенький то ушел. 16, 17, 10 и 5. 11, 6, 10 и 9. Здесь вообще капец. У нас будет 50 меди. Двадцать три кирку лучше. 7 кусочков у нас есть. 18, 48 кусков. А что 48? Уже вроде 50. Что, потарабанили? А мы ж телегу починили, вроде починили. Так, погоди, точно, это же мы в ту сторону и шли. Ну, идем прямо, как и шли. И куда-то вверх пойдем. Ты куда-то почувствовал. Там луга, уж дальше тут не будет руды.
Чи під горку телега не їде ніфіга. Персонаж буксує чисто на нагадне на місце. Ебать, тут, конечно, хуй проїдеш тележка, як я понимаю. Ну, пока едем. А, дальше да. Так, у тебя там гости, кто не увидит. Опускай. Тележку поедет. Пой тележку, блядь, падла. Нет. Паркуемся. А не бой тележку, падла. Этина, падла, тварь. Мраз, блядь. Эту тележку бедную кровью и потом. Ой, великан. Понял, бегу. Что у меня по стрелам? А у меня стрел может не хватить. У меня 7 стрел есть. Давай на равнину, тут недалеко, чуешь? Вижу, вижу. Я тебе за одну стрелу после себя скину вон. Возле дерева. Пенечек, пенечек, ось. Вот тут а вот стрелы. Ты сейчас там сдохнем. Так вот этого дебила. Так, каждую стрелу это экономно, стрел мало. Бам, нахуй. Да ось 7 стрел. Раз. Еще одна стрела промазала. Отходи, отходи. Блять, сука, сзади черт ебаный. Как эти он их не клепает? Ты чего уходишь, ты куда уходишь? Звездочный, со звездочкой. Бомжара лесная. Тебе в голову крится стрелы ебашь. Ты еще попади в голову. А попал пару раз. Желтенький вылетает. Все, убил. Красавчик. Ты скотина со звездой, иди в жопу. Черт. Да. Пеньки, эти сраные, пенька наклепал. Так. А где мы телегу бросим? В лесочку недалеко. Уже, может, не осталось ни хера той телеги. Не живая телега. Я слышу вот этих тварей, что бегают. Так, пока отбиваюсь. Отбиваюсь, как ма. Я по кладмите нашел, чуешь? Ну, мы же ваш возьмем тележку брось. Ставим верстак. А он не ставится. Ты намахаешься возле каждой этой верстаки ставим. Выполнить сложно. А дерева мало, тише. Пш.
А елочки ж под верстак не подходят. Под другое дерево. Отлично. Два стака меди, почти стак у той кожи. Какой? Живёт. Тролля. Пассажира наш. Пассажира. Блин, капец, переплавить 90 медь, если мы с этим ждали, но будет нас 90, то что-то... Да надо, знаешь, сколько печек поставить сразу? У нас только ядер таких, а только одно. Да, вот уж. Ну, может, опять улучшается, но я... Там она может по два выпивала, или по одному, сколько. Это капец. Это мы так долго будем. И плюс надо бы еще уголь кликать. Блин, опять мы ночью долбем этот руду раньше. Угу. Потому что пассажиры тут некоторые мешают. Мешаются. Горы, горы, ясно. И ебать, я поебал на получался. Того. Я только не убрился. Да, мне чего как раз и не хватало. Там еще двое, блядь. Блин, сейчас, подожди. Нету выносливости. Да, блядь. Сыбалась нахуй. Блядь, ты захарил. Живучая мразь, чувишь? Та утош, я стади от него и сдох. Так, текай, теперь я иду получать по пизду. А, ну ладно, красивчик. А блин, чуть не сдох от него. Коли галяка идёшь забирать шмотки, как раз это самый топчик под руку ему попадаться. Есть такое. Так, тут ещё вот не полностью так добыто это. Они, конечно, придумали со смешиванием руды. Блять, я его не вывезу. В цей раз нет. Сейчас мне хп мало, вообще писец. Ай, ты чё тележку лупишь, сука? Красунчик. Да нам, идите вон. Нам кобзда, короче. Тут их еще и твое, походу, да? Походу, сейчас спасу тележку. Я текачить беру тележку и посъёбал. Боже, кивы мрази, сука, кто вас придумал, нахуй, пидоры, блядь? Нахуй, я до дома, пошло все в пизду. На, все, до побачения, нахуй. Сейчас отравлюсь. Пытаюсь до дома тележку провести максимально.
Типа поня закинувся тими бустами, що не на хілку, а на виносливость. У мене там здоров'я було, наверное, грубо говоря, 30 хп. Тієшку поламають, суки. Пісюки. Розбойники. Та ні, не вбрали, не вбрали, жопа гадить стрій. Ахуй, я не ночний рейд помідь, нахуй. Сіц. Из-за чего я не люблю ночью ходить? Це писец, выносливости нет. Який раз я кажу, чиж? Так, у нас было время днем, только этот дебил же помешал с тренировкой. Да. У нас время было все залутать. Все, тележки жопа. Прощай, тележка. И выносливости нет, ночью он за писец. Вам холодно. Да, я знаю, что холодно. Ого, тут сколько. Если бы они еще не мансили. Бойки, суки. Они мансят еще, вот что бесит. Если бы они лобовую пёрли. Фух, писец. А там тележки. Тележки срака почти. Пошло все в жопу, я на хату. Буду себе пчеловодством заниматься. Зеленый хуй, съебался нахуй. Кидают своим говном всяким. То есть тележка на кьюшке вообще нереально идти. Пес наш буксует на месте. Ебать, кстати, под это, под умением охуенно хилка восстанавливается. Да? Да. В два раза больше. Может, у меня не такое, может, он не до конца прочитает. Я съебался, короче, от этого. От них. От него в жопу. Да, вроде бы съебался. Думаю, может пойти еще в меди надыбать. Кстати, а схуя ли у меня теперь 450 подъем? А, не, все, 300, я понял. Пиздец, до побачення. Способность у тебя такой подъем. Да-да-да, це була способность. Блять, пися. Нахуй мені ці камні, блять. Все, задрало мене все это. Тепер олово чисто осталось. Ну то я сам лучше буду бігать. Ти дерево крафти. Я лучше без тележки буду ебашить. Раз подварился же до игры, костюм трошки. А? Подгорел? Подварился трошечки до этой игры. Ой. Да, мы сегодня с тобой на это накопалися, нарабилися все. Ух, так, а куда складывать кости, кости, кости? Где у нас там кости? Возле верстака есть сундучок. Все, все сложил. Я шкафчик поскладываю, все, можно расхлебаться будет. Рыбка, ягоды. Стрелы, все, все вроде разложил. Видишь, у тебя этот... Чинятся твои предметы, чинятся, да, там, на кузнице. Да, я видел, видел. Все, руду я скинул, кожу скинул.
А может трошки підем дотку? Чи прям хочеш стрім переименувати? Да ні, зараз этот... Да, в дотку можна було без стріма. Расслабиться чисто. Давай без стріма. Просто мало ли як там тебе удобно. Тебе хочеться. Та ні, якось... Я і так последні два дня в дотку їбашив. Хочу почилити трошки. Понятно. Ну що тоді? Дякую всім за увагу. Дякую, що були поряд зі мною, дивилися, як я граю, а я грав. На все добре. До наступного стріма. Наразі не знаю, коли він буде, тому що ну, це мені треба скласти графіки. Поки що з цим напряжно трохи. На все добре.